Всем тихой ночи. Ввиду некоторых причин, часть видео на канале удалена, и будет сделана их новая версия. В этом видео мы снова попробуем разобраться, что же такое Алый Король. Попробуем глубже докопаться до сути этого древнего ужаса. Тем более, что появилось немало новой информации. Однажды полиция провела рейд на склады, в одном из которых полицейских встретила странная картина. Мрачные сектанты проводили кровавый ритуал, и в качестве жертв выступали 7 молодых девушек. При таких находках, конечно же, в дело вступает фонд SCP, и всех сектантов, а также их жертв, захватили и перевезли в секретный подземный комплекс. Все 7 жертв ритуала были поставлены на содержание, как SCP-231, потому что у них наблюдалась одна общая аномальная особенность – они рожали монстров, которых фонд, конечно же, ставил на содержание, как новые SCP-объекты. У 6 из них родилось по одному SCP-объекту. В самом тексте SCP-231 нет прямого упоминания, какие именно это были объекты. Но по тексту же можно сделать несколько догадок. Вторая, например, похоже, родила такое же существо, как и первое. Существо было уничтожено. Зародыш четвертого существа был уничтожен применением SCP-500 панацея. То есть фонд SCP в итоге получил 3 новых объекта. Считается, что два из них — это SCP-999 щекоточный монстр и SCP-682 неуязвимая рептилия. А вот кто третий — непонятно. Но это и не важно. Важно, что седьмая, похоже, собирается родить некое существо, которое будет представителем Алого Короля на Земле. И существо это будет настолько чудовищным, что всему придет конец. Для того, чтобы это существо не родилось, фонд разработал процедуру 110 Монтаук. Что она из себя представляет, не совсем понятно. Единственное, что написано на сайте, что она столь ужасна, что Алый Король передумывает рождаться в этом мире. Хотя в самом этом слове есть отсылка на очень популярную на Западе конспирологическую теорию. На мой взгляд, самый интересный вариант процедуры показан в финале истории про маленьких господ доктора Развлечудова. Про это и отдельное видео есть. А пойманных же сектантов Алого Короля допросили и отправили на эксперименты. Один из них описан в SCP-475, где после взаимодействия с объектом мрачный культист превратился в гигантского кальмара. Среди рассказов про ГОК есть интересное дополнение к истории SCP-231. Суть в том, что в том штурме принимали участие не только МОК фонда, но и оперативники ГОК, которые нашли 7 древних ритуальных ножей, а вернее даже наконечников копий, аномальное свойство которых в том, что при определенном ритуале при помощи них можно открыть портал, через который в мир способен войти Алый Король. Итак, через SCP-231 в наш мир уже вошли 3 сущности, относящиеся к Алому Королю. Но что же будет, если войдет он сам? На объекте SCP-2317 на самой странице сайта есть тег, и это тег Алого Короля. Сам этот объект представляет собой огромное существо из рода Пожирателей Миров, которое грозится ворваться и, как следует из его родовой принадлежности, сожрать наш мир. Теория о том, что SCP-2317 есть Алый Король, довольно популярна. Тем более, что SCP-2317 это почти что SCP-231-7, а именно так обозначена женщина, которая готовится родить короля. Ну, в общем-то, автор этого объекта и сам сказал, что его SCP Алый — это разные персонажи. Так что вот так. Слово автора. Фанатские теории ошибались. Но это не единственная причина, по которой Пожиратель Миров не является Алым Королем. Во всяком случае, его истинной сутью. Потому что из множества допросов последователей Алого стало понятно, что на самом деле это существо скорее абстрактное, чем физическое. Абстрактную суть короля раскрывает одна из версий SCP-001, которая так и называется «Алый Король». По сюжету объекта доктор Роберт Монтаук, тот самый, что изучал SCP-231 и SCP-2317, настолько проникся мудростью Алого, что 3 его интервью с различными последователями короля стали аж отдельным объектом, да еще каким, SCP-001, как-никак. А еще Роберт Монтаук настолько преисполнился валом познаний, что в итоге сбежал из фонда и сам стал частью секты имени короля. Так что же он такого там открыл? Открыл он то, что Алый Король состоит из 3 фаз или законов, которые называются закон крови, закон бетона и закон воя. И только сложив их вместе, можно понять, с чем же мы таким имеем дело. С законом крови сложнее всего, потому что в интервью, где он обозначен, написано в основном только то, что законы эти вообще есть. Как мне кажется, закон крови формулирует сам Монтаук, когда вместо того, чтобы допрашивать собеседника, пускается в рассуждение, где говорит, что за всеми зубастыми и не очень монстрами, которых
которых он встретил за время работы, всегда незримо стояло что-то еще. Дикий ужас, которым пропитана каждая опасная аномалия. Возможно, этот ужас заставляет монстров быть злобными, кровожадными существами, убивающими всех встречных, хотя казалось бы, зачем им это вообще? Второй документ — это записанное воспоминание о древней битве, которое приобрел один из последователей Алого Короля благодаря своим ритуалам. В этом воспоминании описано сражение, которое произошло в неопределенном прошлом у замка короля. Сам замок описывается как идеальное воплощение второго закона, который закон бетона, сами формы которого рассказывали мрачную историю его хозяина. Внутри замка содержалось 7 невест короля, а вне его в постоянном страхе и ужасе жили простые люди, которых король держит в рабстве. Однако где-то вдали, где уже не было нищих серых деревень, можно было встретить племена кочевников, которые не любили Алого Короля и раз за разом устраивали осады замка, пока не взяли его штурмом и не разрушили до основания. Непонятно, было ли это видение реальной битвой или таким образом объяснением закона бетона, хотя кочевники, относящиеся к этой истории, как позже выяснится, все же существуют. Их фонд обозначает как SCP-3838. Аномальное свойство этих кочевников в том, что они кочуют не в пространстве, а во времени. Всего этих групп 8, и каждая живет в своем временном промежутке. При этом группа кочевников, сообщающая о том, что она сражается с Алым Королем, на удивление приходит не из прошлого, а из далекого будущего. Так что неудивительно, что замок Алого бетонный. В конце текста SCP-001 есть строки о том, что хоть сам замок и воплощал закон бетона, а основан он все же был на законе крови, воплощением которого были злобные воины самого Алого Короля, охранявшие замок и в то же время бывшие его заключенными. Хотя, учитывая, что написано в SCP-3838, наверное, правильнее говорить не «были», а «будут». В настоящем же монстры, воплощающие закон крови, заставляют SCP строить свои огромные подземные комплексы для их содержания и изучения, конечно же. И в одном из них, как в том замке, спрятаны 7 невест. Финальный закон — закон Воя. Он снова формулируется в документе, который представляет собой стенограмму допроса. Там говорится, что Алый Король настолько нематериален, что он существует практически только как идея. Идея темная и злая. Эта идея находит себе место там, где соблюдаются первые два закона. Монтаук замечает, что между жестокими решениями Совета О5 и действиями культистов Алого Короля совершенно точно появилась какая-то незримая связь. И похоже, она появилась потому, что идея Алого Короля начала пускать свои корни в бетонных стенах фонда. Она прячется в вое монстров и их жертв. Она прячется в безразличных взглядах ученых SCP. А может, даже сама жестокая процедура Монтаук — это как бы идея Алого Короля, высказанная в реальности. Алый Король входит в мир через фонд. Но еще в объекте есть такая интересная мысль, что больше всего Алый Король ненавидит современность, где люди живут слишком хорошо, ведь он хочет, чтобы люди жили в голоде, рабстве и глубоком ужасе. Потому также он приходит и через жителей бедных стран, которые воют от злости, смотря на благополучие стран развитых, тех, что сковали бетоном все иррационально и дикое, построив уютный и комфортный мир. Похоже, что это отсылка на повстанцев хаоса, которые набирают людей в основном в странах третьего мира. Так или иначе, достаточно узнав об Алом Короле, Монтаук бежит из фонда. Возможно, он понял, что фонд SCP в итоге станет бетонным замком, хотя тогда и непонятно, зачем он вообще вступил в культ Алого. Обычно я рассказываю обо всех объектах, в которых встречается то или иное явление, но с Алым Королем в этом особенно нет смысла, потому что он встречается в SCP довольно часто, но по большей части в виде разных намеков и отсылок. Чуть ли не каждое второе аномальное существо не забывает о нем упомянуть. Однако особое значение Алый Король имеет для Алагады, при том, что несколько сложно понять, чем он там вообще является. В SCP-001, в том, что про Алого Короля, есть ссылка на рассказ, из которого следует, что Алый Король запечатан в Алагаде древними алхимиками. Во всяком случае, если не весь, то какая-то его существенная часть. Но вопрос, кем он там конкретно представлен, этот текст, правда, не отвечает. Может, той самой дырой в форме бога из SCP-2264. Может быть, Алым Лордом. А может, его дух просто пропитывает и наполняет каждый уголок этого места. Единственный рассказ, который описывает его как что-то конкретное, это «Прах и кровь». И в нем мы даже узнаем его настоящее имя. Его зовут Харак. И Харак — это древний бог бездны. Все как мы любим.
любим. Он был первым из обитателей бесконечной пустоты, который обрел разум и, осознав, насколько это место холодно и неприятно, принялся ужасно страдать, а заодно и пожирать других богов вокруг. Позже просто жрать себе подобных ему надоело, и он начал их порабощать, создавая свое царство. Но царство это хоть и было могущественным и великим, но все еще было в бездне. И тогда Алый Король посмотрел на мир живых и увидел, что все эти живые, в общем-то, там себе неплохо живут по сравнению с ним. Осознав, что даже будучи королем бездны, он живет хуже любого мешка с костями, Харак впал в еще большее отчаяние и начал свою ярусную войну с этим миром, отправляя в него самых злобных из обитателей своего королевства. Позже он и сам пожелал залезть в этот мир, вернее в те миры, мультивселенная же, а король один. Но, как говорится, король к успеху шел, да не получилось, не повезло ему. Алхимики, значит, древние в Алагаде замуровали, так и сидит там, пытаясь где-то родиться, ну или как-то еще просочиться в каждый из миров. А еще Алым Королем звали главного злодея из вселенной Стивена Кинга «Темная башня». Но общего у них, кроме этого самого злодейства, мало, так что это абсолютно разные персонажи. Всем пока!